Завтра отмечается День почты России. Наша страна будет праздновать эту дату уже 20-й раз. В Архангельской области действуют 597 стационарных отделений связи и 6 передвижных. В одном из них, далеко не в самом обычном, побывал мой коллега Максим Опарин. В день съемок на почте было немноголюдно. Все-таки лето. Многие постоянные посетители на дачах. Но настоящий ажиотаж на любом почтовом отделении случается в день выплаты пенсий и после того, как население получит счета за коммуналку. Эти две услуги сегодня одни из самых популярных, если, конечно, не считать прямую обязанность – доставку писем и посылок. Из зала мы спешим попасть туда, куда обычному посетителю вход воспрещен – в почтовое закулисье. Сюда может входить у нас только сотрудники почты. Но мы сделаем вам исключение и покажем вам наше закулисье, что у нас есть. Пойдемте посмотрим. Вот здесь вот что? Это помещение называется ценная кладовая. Здесь у нас хранятся почтовые отправления различные, которые приходят к нам, которые люди еще не успели забрать. Это немного посылок. Почему так? Посылок у нас немного, потому что мы работаем. Много посылок – это когда нет почтальонов, нет курьерской доставки. Машина за почтовыми отделениями приезжает 3 раза в день, но поскольку на 72-м отделении работает еще и служба курьерской доставки ЕМС, то обмен корреспонденцией происходит едва ли не каждый час. К нам подъезжает машина, мы включаем транспортер. Он выезжает. Он заезжает прямо в машину. Для того, чтобы нам было удобно, чтобы ничего не носить. Затем водитель из машины подает почту. Мы включаем транспортер обратно, и нам все посылочки приезжают сюда. Отправления могут быть самыми разными. К примеру, в этой большой коробке инвалидная коляска. Дальше нас ведут в другое помещение. Это рабочие места почтальонов. Сейчас они забрали все письма и разошлись по адресам. В день им приходится проходить до 12 километров. Но самые опытные знают, как сократить путь к каждому дому. 72-е отделение почты – это единственное в Архангельске, которое занимается доставкой телеграмм. К примеру, вот на этой сортировке их более 1000, и каждая пойдет по своему адресу. Ну, возьмем вот первое, что попалось. Вот как чувствовал правительственная телеграмма. Принято в 10.07, адрес проспект Троицкий, 49, администрация Архангельской области. Нас предупредили, что так на них смотреть можно, а заглядывать уже нет, все-таки тайна переписки. Большое количество телеграмм приходит в канун праздников. Например, перед 9 мая в этом году рекорд по поздравлению ветеранов, видимо, пытался побить Владимир Жириновский, прибавив работы сотрудникам почты. Кстати говоря, мнение, что письма себя изжили, ошибочное. Даже во времена интернета люди с удовольствием возвращаются к эпистолярному жанру. Особенно часто это происходит в начале призывной кампании. А операторы рассказывают, что без стрессоустойчивости на почте вообще делать нечего. Бывают люди, которые специально, может, приходят поругаться. И вот, ну, говорю, надо с людьми уметь работать. Не будет таких ситуаций. В Архангельской области на почте трудятся больше 4000 человек. Из них 1129 почтальонов и чуть меньше операторов. Это те люди, большинство из которых завтра свой профессиональный праздник встретят на работе. Максим Опарин, Александр Кузнецов, Новости 24, Архангельск.